День рождения под флагом активного отдыха в Алтайском районе. Ученики одной из школ вместе с преподавателями придумали весьма оригинальный способ, как отпраздновать 5-летний юбилей своего учебного заведения. Желающих принять участие в празднике просили приносить с собой коньки. Для тех, у кого их нет, на месте организовали пункт проката. Площадка для проведения – хоккейная коробка на пришкольной территории. Сам праздник – ряд спортивных эстафет. Ведение шайбы клюшкой, скольжение на время и катание по льду на санках. В завершение юбилея – чаепитие на морозе, не выходя из хоккейной коробки. Мы решили попробовать первый раз такой праздник провести. Надеемся, что в будущем они станут у нас чаще проводиться и будет больше детей. Но уже и сегодня те, кто были детки, я думаю, что навсегда запомнят этот...